играет от мяча, ждет передачу под бросок, как сейчас в углу площадки. Артель будет атаковать первую смену. Опа, плохая передача из аута. Дублевич перехватывает мяч. 3 в 2. И пусть не сверху, но тем не менее. Еще один вспоминает то, что сделал Артем Клименко в первой четверти. Дублевич, его, конечно, нужно держать. Дублевич ставит очень мощные заслоны, которыми можно трафик нам неправильно. Самарцы держат своих. Ситуацию исправляет очень хорошо Хокин своей подстраховкой. Сезона в матче Единой Лиги ВТБ. Двоечка на фланге. Какое великолепное. Замена Хавьера Паскуаля. А Томас Артель играет, может быть, даже второго номера. Сергей Герасимов. Михаил Кулагин. И побежал защищаться. Так, Артель. Красивый проход. А, нет, еще Хантер не бросал. Ну, центровые, да, по олдскулу. Все остальные бросали. И почти все забивали. В переходе то, чего почти вообще не было в игре против Нижнего Новгорода, которую я часто вспоминаю. Ох ты, какой флоутер. Так, двойной заслон. Вот это взаимодействие, которое мы первый раз видим. Трентон Хессел. Там 80-е, Майкл Купер в Лейкерс играл. Великолепная передача. Как же Загородц медленно бегает, да, по площадке. Вот именно он своим медленным. Да, погоня литераторов за Воландом на Патриарших против Эртеля. И Томас у него отбирает мяч. Зенит бежит. Тимофей Герасимов трешку в раннем.